Недвижимость в Турции, Парадайс, Алания. Я вас приветствую. С вами Агаси из солнечной Алании, район Обагёль. Итак, дорогие зрители, нашел 2 плюс 1 под ключ, дизайнерская, хорошенькая квартирка. Расстояние до моря максимум 380-400 метров. В хорошей локации, все в шаговой доступности, торговые центры, магазины, там ресторанчики, кафе, сауна, там массаж туда-сюда, все рядом. Смотрим. Бассейн, открытая территория. Вниз спускаться не буду, фасад здания увидели. Проект где-то 16 лет. Большой первый балкон. Этаж средний. Сторона восточная и южная. Стиральная машинка, посудомойка, духовка и плита фирма Altus. Также отсюда есть выход на балкон. Все новое. Весь холодильник. Он немножко старенький. Мебель покрашена. Понимали. Телевизор Accent фирмы. Кондиционер тоже самой старой модели. Ага. Минимальный квадратный метр здесь 100. Вся жилая площадь. Хороший коридорчик. Прихожая там же. Первый санузел. Первая спальня. Тоже кондиционер фирмы Самуи. Так, и хозяйская спальня, родительская. Здесь 15 квадратных метров, минимальная квадратура, ну, даже нет, 15. Забыли повесить, что ли, сюда повесить. Паузу нажму. Нет, смотрите, как я вешу. Нет, не вешается. Пускай найду, сами куда повесить. Ага. Ну, ремонт еще требуется сделать. Покрасили как надо. И балкончик второй. Большой тоже, не маленький. Можно застеклить. Тот балкон будет большая. Комната дополнительная. Все. Так, дорогие зрители, сейчас покажу я вам также лифт. Так. На этаже 4 квартиры. Цена, дорогие зрители, 179 тысяч евро, 550 лир, айтат. Вместимость 3-4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Проекту 16 лет, 17 даже, по лифту как-то скажу. Смотрим, есть ли здесь. Да, лесенки, спускаемся вниз. Тихо, спокойно, мало машин проезжает, тут тупик, короче, туда дороги нету. Есть немножко там. 50 метров, потом тупик. Или 100 метров. Речка, кажется, в той стороне, в районе Оба. И вот большой бассейн. Генератор есть? Нету, не знаю. Сейчас посмотрим. Вроде нету генератора. Но бананы есть. Генератора нет, а бананы нужны. Лимон тоже есть. Отправляемся.
авокадо. Кто-то свет забыл выключить. Все, дорогие зрители, жду вашего звонка. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Телеграм, WhatsApp, Viber. Если не отвечу в Телеграм, то пишите на WhatsApp. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Оба. Всем пока-пока.